Группа La Linea Verde S.p.A., расположенная на севере Италии, недалеко от Милана. Это национальный лидер на рынке готовой к употреблению плодово-овощной продукции, свежих готовых блюд и напитков. Группа La Linea Verde представляет собой результат развития агропромышленного предприятия, основанного в 1991 году братьями Джузеппе и Доминико Батальоло, а также плод прочных семейных традиций. Из 6 производственных участков 4 находятся в Италии, 1 в Испании и 1 в Австрии. Также имеются 2 сельскохозяйственных предприятия на севере и на юге итальянского полуострова. В распоряжении последнего находятся 100 гектаров теплиц, где в основном выращивают мелколистный салат. La Linea Verde – один из его основных европейских производителей. В группу входит также рефрижераторная компания с автопарком из 100 автомобилей. Во всех этих подразделениях заняты в общей сложности около 1000 сотрудников. Группа видит свою цель в том, чтобы за счет исследований, новых технологий и полного контроля всей цепочки производства предложить свежий высококачественный продукт в практичной упаковке и с высокой степенью обработки, охватывая самые разнообразные возможности потребления и создавая новые. Сегодня группа имеет на рынке сотни рекомендаций. На производственных участках обрабатывается все большее количество упаковок под брендом DMDC, а также продуктов самых распространенных марок. Основной принцип – сохранить ценные свойства продукта, не изменяя его и сохраняя свежим, на всем пути от поля к прилавку, гарантируя исключительное качество, основанное на двух ключевых факторах – скорость и охлаждение. С момента сбора до поставки в торговую точку La Linea Verde работает максимально быстро. Благодаря непрерывной цепочке охлаждения на всех этапах производства и транспортировки обеспечивается оптимальное качество конечного продукта. Процесс начинается с первоклассного сырья, ежедневно доставляемого на платформы для обработки. La Linea Verde не приобретает сырье, а производит его самостоятельно или с помощью 350 партнерских сельхозпредприятий, распределенных по всей территории Италии. Такая организационная структура позволяет получать свежий продукт в течение всего года. Методики производства базируются на сертифицированных инструкциях, содержащих технологии экологического производства в целях получения здорового и натурального продукта. Соблюдение инструкций гарантируется постоянным контролем агрономов группы La Linea Verde. Программа сертифицированной цепи позволяет проследить маршрут продукта до поставки заказчику с документированием всех промежуточных этапов. Мониторинг продукта начинается с кодирования партии. Сопроводительный документ позволяет восстановить информацию о производителе, о сельскохозяйственном участке и журнале полевых работ, где описаны все этапы выращивания – от посева до сбора. Предприятия, исходное сырье и производственные процессы прошли многочисленные сертификации, что свидетельствует о стремлении группы La Linea Verde обеспечить наивысшее качество и безопасность своей продукции. Сразу после сбора начинается процесс охлаждения, жизненно важный для получения готового к употреблению продукта. Сырье доставляется к платформе рефрижераторами и выгружается на изотермические платформы. Продукт проверяет на соответствие согласованным сертифицированным требованиям. Регистрация данных поможет оптимизировать качество будущих поставок. Сырье высшего качества поступает на этап обрезки и сортировки, после чего на линию попадает только отборный продукт. Продукт проходит очистку путем многоразового промывания водой низкой температуры с контролируемой бактериологической средой. Затем сушится воздухом или в центрифуге, в зависимости от вида сырья. Оптические селекторы по определению хлорофилла помогают обнаружить или удалить листья ненадлежащего качества, а также случайно попавшие посторонние предметы.
Туннели быстрого охлаждения способствуют получению ценного здорового продукта благодаря нашему единственному консерванту – холоду. Тщательно дозированные порции промытого и высушенного свежего салата попадают на этап упаковки. В зоне расфасовки предусмотрены меры для сохранения качества продукта. Здесь поддерживается низкая температура и обеспечивается усиленный гигиенический контроль. Здесь применяется ионизация – процесс форсированного обеззараживания воздуха. Полностью перерабатываемые упаковочные материалы – это результат исследований и тщательного отбора с учетом типа продукта и требований к его хранению и потреблению. В избежание окисления некоторых сортов салата в упаковку вводится защитная смесь пищевых газов, состоящая из тех же компонентов, что и воздух, которым мы дышим, но с иным процентным соотношением. Для лучшей сохранности других видов салата необходимо наличие на упаковке небольших отверстий, чтобы продукт дышал. Противотуманная упаковка обладает техническими характеристиками, снижающими уровень влажности. Кроме того, в надписи на упаковке четко указано место производства продукта и его питательная ценность. Проводится постоянный анализ образцов продукции на соответствие стандартам качества, органолептическим, микробиологическим и товарным требованиям. Рефрижераторы в кратчайшие сроки доставляют продукт к распределительным платформам, откуда он отправляется в торговые точки, обеспечивая потребителям свежесть и вкус только что собранных плодов. Марка DMDC предлагает самую полную на сегодня гамму на рынке готовой к употреблению и свежайшей плодоовощной продукции, отличающейся своей натуральностью и практичностью, благодаря инвестициям в рекламу и организации точек продаж. Салат в пакете. Готовые к употреблению фрукты. Свежие фруктовые смузи, снеки, овощи, готовые для варки, свежее готовое картофельное пюре и революционные супы, которые быстро завоевали лидерство на рынке готовых свежих первых блюд. Новое уникальное предложение, удостоившееся крупных призов и наград. Инновации, стремление к отличному качеству и успешные бренды – вот что сегодня делает группу «La Línea Verde» лидером в отрасли свежей готовой к употреблению плодово-овощной продукции, свежих готовых блюд и фруктовых напитков. DMDC – бренд вкусных и здоровых продуктов на основе средиземноморской диеты, известен за пределами Италии и выходит на российский рынок, принося с собой качество и традиции «Made in Italy», а также технологии, разработанные в области производства свежей продукции.